тебя. Вот ты вляпался. На! Нифига себе его бахнул. Подожди, я перейду. Да чё, чёрт, замочил машину. Биатлон или Парк Победы? Ладно, Парк Победы. Сейчас, Карим, ладно? Блять, давай еще ты зеленый выйди, все выезжают. Да куда ты прешь, ты ебаный в рот? Ебаный в рот, а? Ты что, блядь, дурак? Еб твою мать, а? Ты прикинь? Ебло. Домой еду. Бах, ништяк! Ах ты молодец! Ах ты козел-то какой, а! Так, ну-ка. Ну чё, долетался до встречечки? Красавчик! Молодец! Так тебе, блядь, и надо. Нас врезали? Да. На нахуй. Я на диагностику заезжал, он говорил, на этом, как он на Казанском съезде там. Ну, не на каком Казанском съезде. Эх, ёб твою, блядь. Чуть-чуть. Сука. Мама.
Блять, ты козёл! Включили поворотничек. Где учебная машина? Включили. Ну, блядь! Ай, ёп! Плоский! Блядь! Ебанутый нахуй! У 1920 році Радмарком України запровадив обов'язкове навчання української, обов'язкове вивчення, мабуть. Там письмо, як же вона сказала, ну типу... Чого, даже! 005! Так, срочно гаи. 005! Ну не щемить! Почему? Ну не надо, ну... Не пропустит она. Мама, дура! Вторая. Блять, да вы нашли друг друга.